18 октября 2016 года в Центральном читальном зале библиотеки БГПУ имени Акмуллы состоялась презентация книги «Уфимские истории» известного историка и краеведа, преподавателя Уфимского библиотечного техникума Бориса Леонидовича Попова. Презентацию открыл сотрудник библиотеки Петр Федоров, рассказавший об истории подготовки и издания книги. Самым замечательным в этом процессе было то, что издание было осуществлено за счет средств учеников и коллег Бориса Леонидовича к 90-летию со дня его рождения. Выпускница Уфимского библиотечного техникума, заведующая детской библиотекой номер 17 Светлана Сабирова, рассказала о краеведческой работе Попова, его уникальной памяти и широкой эрудиции. С воспоминаниями о любимом преподавателе выступили заведующая библиотекой техникума Татьяна Егошина и заведующая Уфимской городской медицинской библиотекой Венера Кудашева. Преподаватель специальности библиотековедения колледжа БГПУ, выпускница Валентина Носова, поделилась своими воспоминаниями о совместной работе с Борисом Леонидовичем. Доцент кафедры культурологии БГПУ Римма Гельмиянова обратила внимание собравшихся на такие качества личности Бориса Леонидовича Попова, как сочувствие, сопричастность, сострадание, которые нашли отражение в его книге. Заведующий отделом публицистики журнала «Бельские просторы» Анатолий Львович Чичуха рассказал о Попове коллекционере редких монет, открыток, конвертов и марок, а также его особом, мягком и тонком юморе. Кандидат филологических наук Леонора Файзулина сообщила о проекте фестиваля традиционной городской культуры «Уфимская сирень», в рамках которого вышла книга Бориса Леонидовича Попова. В завершении презентации ученики и коллеги Бориса Леонидовича сделали коллективную фотографию для последующей отправки ее в Тюмень на память юбиляру.